الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير الناصر والمعين. Молитва 11 дня священного месяца Рамадан. В первой части молитвы мы говорим: «О мой Господь, сделай так, чтобы я возлюбил свершение благодеяний. Господи, сделай так, чтобы я совершал благодеяния, чтобы в моей душе была любовь к добру, чтобы я сторонился дурных поступков. Даруй мне возможность совершать все то, что вызывает Твое довольство. Не для того, чтобы обрести славу. Нет, я желаю выполнять все те вещи, которые ты оцениваешь как благодеяние». Аятулла Буруджерди, рахматуллахи алейхи, говорит: «Если по соседству с вами есть нуждающийся человек, то будет не очень хорошо, если вы свой закят фитра отправите куда-то в другое место». То есть человек не должен быть в неведении об окружающих его людях. Он должен быть внимательным, должен вершить добрые дела и восполнять потребности нуждающихся. В хадисе сказано: «Лучшими среди вас являются те, кто помогает нуждающимся». Аль-Кафи, том 4, страница 50. Аллах в Коране, в суре Аль-Бакара, в 195 аяте говорит: «Тратьте деньги на пути Аллаха. Не подвергайте самих себя опасности собственными руками. Раздавайте милостыню. Воистину, Аллах любит дающих милостыню». Во второй части молитвы говорим: «Господи, пробуди во мне сегодня чувство ненависти к нечестивцам и бунтарству». Фасик и исьян. Что это значит? Когда человек делает что-то против велений Аллаха, то это является бунтом против Аллаха. Это является прегрешением. Человек должен держаться от этого подальше. Всевышний в Коране говорит: Аллах в Коране удостоил ненависти, грехопадения и неподчинения. И в душах тех, кто обрел путь, Господь пробудил ненависть к грехам и злодеяниям. Это люди, нашедшие истинный путь. В третьей части молитвы говорится: «Господи, сделай запретным для меня гнев и огонь. Господи Всемогущий, Ты обладаешь и гневом, и милостью. О тот, чья милость опережает его гнев». Но человек, ставший причиной гнева Аллаха, не сможет спастись. В Коране, в суре Аль-Бакара, в 196 аяте, Аллах говорит: «Бойтесь Аллаха». «Бойтесь Господа, ибо Он жестоко наказывающий». В другом аяте, а именно в 147-м суре Ан-Ниса, Аллах говорит: «Если вы будете благодарны и уверуете, то зачем Аллаху подвергать вас мучениям? Аллах всегда ценящий и осведомленный». То есть, если мы действительно будем признательны Аллаху и уверуем, то зачем Ему нас подвергать страданиям? В таком случае мы достигнем милости Аллаха и будем спасены от Его гнева. В четвертой части молитвы говорится: «Господи, все эти мольбы, что я произношу, все их я жду от Тебя. У Тебя прошу помощи. Во имя Своей помощи, о помогающий молящим о ней». Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.